Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Карадима Татьяна, я художник, член жюри Golden Time и живу в Греции. Хочу поздравить всех творческих личностей с участием в этом уникальном конкурсе, который дает возможность художникам проявить себя и сделать новый шаг в жизни. Искусство – это чувство. Картина передает настроение. Блеклые пятна навевают тоску, задумчивость, яркие, радость, веселье. Художник изображает чувства цветом. Ваши работы – это разнообразные жанры, очаровательные пейзажи, животные, портреты людей, абстрактные работы, работы художников-профессионалов, работы детские. Передача красоты – это искусство. Благодаря искусству мы лучше понимаем друг друга. Хочу назвать имена участников конкурса, которых, работы которых я оценила максимально, то есть в 9 и 10 баллов. Начну с максимальной оценки – 10 баллов. Студия «Акварель», Катя Тасук – 2 работы. Марина Макхамаева – извините, если я ошибочно называю ваши имена. Богдана Пантелеймон, Елена Шкарупа, Слава Волохов, Анастасия Крылова и Светлана Азизова. Уникальные работы, которые меня просто покорили. Работы, которые я оценила в 9 баллов. Имена. Елизавета Мясникова, Михаил Дишко, Ульяна Костенко, Александра Сабинина, Алина Центракевич, 2 работы, Вадим Драчук, София Руденкова, арт-студия, Елена Ющенко, 2 работы предоставила, Анна Семененко, Татьяна Кудинова-Калиниченко, Екатерина Кольцова. Эти работы меня более всего заинтересовали. Хочу пожелать вам творческих успехов. Творите, передавайте свое настроение, дарите свои краски окружающему миру, людям. Мир в этом нуждается. До новых встреч! Привет из солнечной Греции. До свидания.